Отец-миллионер, считавший, что сын не ценит семейное богатство, вознамерился преподать ему урок. Он отвез мальчика в бедную деревню, на ферму, чтобы тот увидел бедность, как она есть. Путников приняли радушно, накормили и уложили спать на соломе. Они провели там ночь, а вечером следующего дня вернулись домой. «Ну как тебе наше путешествие? Все понравилось?» – спросил богач у сына. «Да, папа, я очень доволен. А ты обратил внимание на бедноту этих людей и какой вывод ты сделал? У нас только одна собака, а у них на ферме целых 4. У нас во дворе один небольшой бассейн, а у них же рядом озеро, краев которого не видно. Наш двор освещается специальными лампами, а им всю ночь светят звезды и луна. У нас внутренний дворик, а в их распоряжении лес и луг до самого горизонта». Отец несказанно удивился, а сын добавил: «Благодарю тебя, папа. Теперь я знаю, как могут быть богаты простые люди».